На самом деле, вот в Омской области очень большая линейка различных массовых мероприятий, где каждый желающий может поучаствовать. Это начиная от всех событий серии Сибирского марафона, все наши беговые события. Это и День ходьбы, это Лыжня России. И я, как многие амичи, стараюсь везде принимать участие. День ходьбы – это не исключение. Мы идем абсолютно правильно, потому что это задача, которую сегодня ставит наш президент Владимир Владимирович Путин, максимально вовлекать людей в регулярные занятия физической культурой и спортом. Попробуйте, удерживая таз в ровном положении, сделать повороты верхней части корпуса. Всех хотим научить ходить правильно, приобщить к этому замечательному виду физической активности. Мы просто хотим, чтобы люди были более здоровыми, более счастливыми и чтобы качество их жизни увеличилось. Мне очень приятно, когда такие мероприятия для всех, когда проходят, и ты видишь, что людям интересно, раз они приходят и участвуют, значит, мы двигаемся в правильном направлении, и люди понимают, что самому надо за своим здоровьем следить. Сегодняшний день отличный, настроение прекрасное. Хочу оставаться в тонусе жизни и не стареть. Я прошел с удовольствием. Пришел для того, чтобы получить, во-первых, эмоции хорошие, во-вторых, здоровье. Занимайтесь скандинавской ходьбой, бегом, просто ходьбой. Занимайтесь с удовольствием, и будет вам здоровье. Сейчас молодежь не любит вообще заниматься спортом, чаще сидит где-то дома, а это мероприятие организовано для того, чтобы поддержать и научить молодежь заниматься спортом хоть в какой-то форме. Такие мероприятия очень нужны, я считаю, нашим людям, нашей стране, потому что это пропаганда здорового образа жизни, пропаганда правильного непосредственно организации жизнедеятельности, физических нагрузок. Физические нагрузки очень важны всему нашему населению, от детей до пожилого возраста.